Хіп-хоп, а-ля-ля, всім здорово, с вами Тимон, и у нас очередные лотерейки. В этот раз будет интересный выпуск, потому что я взял свою старую, забытую лотереечку Блиц-Лото. Если честно, я знаю, что вам всем нравится зодиак, из-за того, что я ищу там буквы, там красивый принт, животные. Но есть еще прикольная, мне кажется, довольно интересная лотерейка, в которой тоже можно искать буквы. Вот здесь, видите, такой бонусный шарик. И она, знаете, по принципу обычного лото. Есть какая-то комбинация цифр, вот они зачеркнуты, и вам просто нужно их найти в этих шариках. И вот отсюда вы смотрите свои выигрыши. Сколько совпадений, такой и ваш выигрыш. Одно совпадение, минимальный приз 3 гривни, ну и пошло нарастать. Стоит, кстати, лотереечка недорого, всего, по-моему, 3 гривни. Почему, по-моему, 3 гривни? И я хочу в нее попробовать поиграть. Единственное, что мне не нравится, это то, что это старый вариант. Да, сейчас посмотрю. О, ребята, старье еще такое, 2010 год. И, как вы знаете, у старых лотереек вот это вот верхнее покрытие стирается так себе, честно вам скажу. Я вот так вот под углом это все тру. Давайте смотреть, что мы выиграли. Я вам даже от подсветки своей закрою. У нас есть пятерочка, нет. Есть 24, тоже, к сожалению, нет. Есть 22, нет. 31 тоже нету, 20 нету и 12 нет, ну это не весело. Так, а нашел я букву L, кому видно, шрифт не очень. Так, не тормозим, блиц продолжается. И в этот раз, я, интересно, какие выпадут циферки. Значит, выпалась у нас девяточка, 32. Я вот так вот аккуратненько под углом стираю. Что не стереть, если кто-то помнит, я как-то так стер конкретно, что и стер вот эту надпись, ну, на которой написаны эти цифры. Так серьезно, так потер. И просто был капец. Так. Девятка. Есть девятка. 32 нету. 23. Есть 23. 5 нету. 11. 11, 11. Есть 11. Ребята, вы видели это? И 30, 30 нету. Значит, 3 совпадения, это 10 гривен. Ух ты, это клево, это интересно. Интересно, какая буква. А еще... Видите здесь цифру 2? То есть это множитель. Оно еще умножается на 2. Я выиграл 20 гривен. Вот, это уже повеселеет. Я так понял, все-таки Блиц-Лото тоже может стрелять. И неплохо. Так, давайте 12... 0,7, и что же у нас будет дальше? 25, так, единичка, 34 и 0,8. Значит, начинаем смотреть, 0,8 я уже вижу, 34 нет, единички нет, 25 нет, семерки нет, нет 12. Но это минимальный выигрыш, 3 гривни, но вот в бонусной шарике буковка Т. Круто! Я не знаю, редко это или нет, потому что я знаю. Вот в зодиаке уже все мне уже подсказали, что самая редкая буква К, ну она действительно редкая К, потому что сыграно очень много игр, и я ее еще ни разу не нашел. При этом всех других букв я нашел, я знаю, некоторых, наверное, под раз 10 нашел. Поэтому, что здесь, какая будет редкая буква, ну, по-моему, не О, это точно. Ну, давайте сразу сотру, да, видите, вот уже буква О нашел. Так, я вам дотираю, и мы смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас 11 нету, 23 я не вижу, 34 тоже не вижу, 14 не вижу, 8 не вижу, 10 не вижу. Ну и, как видите, я проиграл. Отлаживаю этот билетик сюда и продолжаем. Ну, такой себе лотереечка. Кажется, что немножко скучно. Как-то вот с животными повеселее. Ну, вот, блин, жалко, что зодиак снят с производства. Мне их все труднее доставать. Да, кстати, на следующий выпуск лотерейки от подписчиков нашлись уже спонсоры. О, видите, еще одна буква О. Хотя их же тут должно быть два. Лото. И будет выпуск, будет клево. Я хотел бы вам сказать, что вы не зацикливайтесь на зодиаке. Я понимаю, он очень классный, но мне кажется, что можно будет поиграть в блицы с МСЛ, с дорогими, с крутыми выигрышами. Так что вы пишите в комментариях, что вы по этому думаете.
Так, давайте смотреть, что я выиграл. У меня здесь 12 нет, 22 нет, 19 тоже нет, 30, 30 есть, 29 нет, 6 нет. Ну, то есть тоже минималочка у меня выигрыш. Так, это получается, что я уже 26 выиграл, да, или больше? Сейчас надо будет посмотреть. Так, 15. Я, знаете, заранее, по-моему, уже был проигрышный какой-то билетик. Я его не отложил в другую кучку, а теперь буду в конце считать. Ну что, в принципе, весь получается... О, это что, буква И? Да, буква И. Весь закуп мне обошелся в 30 гривен. Уже больше половины отбиты, но посмотрим, что будет дальше. А дальше у нас 15, нет, 29, нет, 26 тоже. Блин, смотрите, не говорят реально. Зато и 30, блин, и шестерки нет, и 31. Вот такой вот облом. Они как будто специально в ряд положили, отдали другие цифры. Ну, конечно же, специально. Компании хотят заработать, все мы это понимаем. Ну, а мы же хотим крутые выпуски, да, мы хотим выиграть. Выигрышные выпуски не поинтересней. Можно будет закупить новых лотереек. О, опять буква И. Это уже, по-моему, получается вторая. Так, и смотрим, что у меня здесь по выигрышу. 18 я не вижу. Я вот так вот вам закрываю. Но билет реально так отсвечивает. Это просто жуть. 17 я не вижу. 29 нет. 19 нет. 14 нет. И 20 тоже. Блин, проигрышный билет. Вот так вот невесело. Ну, ёбарасоте, ну, что-то же должно повести. Помните, как я устроил краш? Хоть бери, да его рви. Хотя, что мне жаловаться на блислото, если все-таки оно мне 20 гривен уже принесло? Значит, о, буква Б. По-моему, Б у меня нету. Получается, у меня есть Б, есть два О, есть И. Интересно, мне кажется, знаете, какая будет редкая буква? Наверное, будет буква С. Потому что Л, по-моему, есть. Я уже сейчас точно не вспомню, но посмотрите, я всего, по-моему, два или три раза играл. Так, давайте смотрим. Шестерочку не вижу, 21 не вижу, 34 тоже нет, семерочки нет. Знаете, как обычно в лото играют бабушки, показывают в американских фильмах. Что у вас там, 16? А, я выиграл! Типа, такие мы тут сидим. 4 нет, 23 тоже проиграл. Так что, блин, ну мы не бабушки, мы помоложе будем. Давайте как-нибудь по-молодежному, что ли. Так, 20, 34, 31, 22. Сейчас буду визжать, если выиграю что-то больше 20 гривен, потому что максим... О, еще одна буква Б. Потому что больше... Да, больше 24 я еще ни разу не выигрывал. Значит, 20-очка. 20-очки нет. 34. 34 нет. 31 тоже. 22 тоже нет. Как видите, 22. 12 нет. 36. Блин. Это просто облом. Последний билет, и на него одна надежда. Да. Так, может, старую тактику применим, да, по-новым? Или как? Или, может, мы его скажем, мы тебя сейчас порвем, если ты нам денег не дашь. Так, двоечка, тридцаточка и буква Т. О, складывается. Да, уже заговариваю. Складывается уже какое-то слово. По-моему, у меня уже лото сложилось. Есть еще И... И Б. Осталось, значит, получается, еще может быть одну букву Л и С. Значит, все, понятно, буква С самая редкая. 4, я сразу вижу сходу, что четверочка есть. Восьмерки нету, 25 нету, девятки нету, двойки и тридцатки нету. Значит, это минимальная троечка. Так, давайте смотреть. Надо, может, было ручкой сразу писать. Теперь как оно будет, я не знаю. Это выигрышный, не выигрышный. Да, это 3 гривни. Это получается, что у меня? Ничего не могу понять. Скорее всего, это не выигрышный. Значит, 4 нет, 24 нет, 22 нет, 31, 20 тоже и 12. Да, это проигрышный, значит, все. Вот, 9 гривен и 20, 29 гривен. Блин, круто! 1 гривну не дотянул, чтобы отбить весь закуп 30 гривен. Если вам понравилось... Ставим лайки, может быть, я не знаю, может, давайте включим ее тоже в спонсорство, эти лотерейки. Ну, вы подумайте, вам решать, потому что смотрите вы, а я стираю и за кадром что-то говорю. Все, ребята, удачки, ставим пальчики, подписываемся и пока-пока!